Ку-ку-ку! Вас приветствует Никита Никитенко. И сегодня речь в видео будет о водопаде Анхеле в Венесуэле. Водопад Анхель – это самый высокий водопад на Земле. Его высота 979 метров. Анхель настолько высокий, что вода не достигает дна. Еще в воздухе она превращается в туман, который можно почувствовать за несколько километров от водопада. Анхель был назван в честь летчика Джеймса Энджела. Он пролетел над водопадом в 1933 году. Цель была поиск алмазов. Алмазов он не нашел, но увековечил навсегда своей фамилией водопад. Ну а теперь немного интересных фактов. Первое. Высота водопада была определена только в 1949 году. Второе. Водопад является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое прохождение стены водопада было только в 2005 году. Это были 7 альпинистов, из них один русский и 6 американцев. Я буду счастлив до небес, ведь если ты поставишь лайк, подпишешься и не забудь ты про коммент. Надеюсь, вы все поняли. До новых встреч!